Так, ну хорошо, хорошо, замечательно. Сейчас что-нибудь появится. Итак, добро пожаловать в мир ужасного интернета. Будем просить компанию Йота о том, чтобы она сделала нашу трансляцию хоть чуть-чуть живой. Я надеюсь, что всем там, не знаю, слышно, видно на экране и так далее. Непривычно то, что никого нет, никого не видно, нет обратной связи. Ну, попробуем все-таки с этим разобраться. Хотя бы, не знаю, буду подглядывать в комментарии вот сюда, если тут будет что-то появляться. Хотя бы, не знаю, если кто-нибудь что-нибудь смотрит, там, напишите хоть чуть-чуть, чтобы стало понятно, что вообще люди есть. Вот, но у нас сегодня нет, как видно, название что-нибудь лекции. Состоит из двух частей: куча и дерево Фенвика. Вот я буду теперь подглядывать сюда, что ж делать. Так, хорошо. Пока что, может, вот так вот сделаю. Нет,
Так вот. Вот так вот буду подглядывать сюда. Нет, не сюда. Ладно, вот сюда. Подглядывать буду, что тут идет, что тут не идет. Ну, хотя бы так, это вообще вот так сделаю и буду просто смотреть, может, что-то в чат напишет. Итак, у нас сегодня будут рассматриваться две структуры данных, которые помогут нам многие задачи, которые, казалось бы, там решаются за n квадрат, превратить в задачи, которые решаются за n log n. Зачастую это для нас очень важно. Значит, начнем со структуры данных куча. Уже, насколько я знаю, многие, надеюсь, что даже все слушали лекцию по теме «Жадные алгоритмы». Это такие алгоритмы, где мы выбираем текущее решение, которое оптимально по какому-то критерию. И вот, как бы не задумываясь, что будет дальше, сразу берем. То есть там, как правило, критичен быстрый поиск какого-нибудь минимума, либо максимума. Не обязательно там очевидного минимума и максимума, бывает по каким-то параметрам, но то есть есть структура данных, мне несколько полей, и как-то от этих полей вычисляется функция, среди них по этой функции может искаться минимум-максимум, собственно, это не так важно, как именно он ищется, важно находить его быстро. Вот для такой задачи нам вполне может пригодиться такая структура данных, как куча. Ну, рассмотрим, например, вот такую вот задачку. Значит, допустим, на Новый год в детском саду разложили там разные подарки, там их, допустим, 100 тысяч штук этих подарков, они разные ценности, ну или даже некоторые одинаковые, неважно. И, в общем, ребята, допустим, приходят и ну, по очереди они приходят, там, допустим, по возрасту или по алфавиту они приходят, и каждый ребенок берет самый, допустим, дорогой подарок. Вот дети все очень жадные, и каждый хочет получить себе подарок подороже. В таком случае нам нужно, например, узнать, какая ценность подарков достанется каждому ребенку. Ну, как решать эту задачу? На самом деле ничего особо сложного, естественно, в ней нет. Мы берем, просто отсортируем все подарки по убыванию их стоимости, просто будем раздавать детям подряд. Естественно, что они будут действовать ровно так. То есть здесь нам структура данных никакая по большому счету не понадобится, кроме массива. Теперь предположим следующее, что дети у нас не только жадные, но они еще все-таки хотят нести какое-то добро в этот мир. Каждый ребенок не только забирает самый дорогой подарок, а он еще какой-то подарок при этом приносит от себя. То есть у него подарок... Один он забирает, на его место кладет другой. Может быть более дешевый, может более дорогой, мы это не знаем, может такой же самый кладет. Что теперь делать? Ну теперь, если мы прибегнем к нашему предыдущему решению, у нас получится, что на каждом этапе есть, ну, сначала отсортированный массив, потом от него остается отсортированный массив и еще один какой-то элемент, который куда-то надо впихнуть. Ну, мы, в принципе, как могли бы для второго ребенка? Просто сравнить максимум среди оставшихся с этим элементом. Но потом у нас возникают всякие ситуации, вроде того, что массив и уже два элемента рядом лежит, надо как-то с ними сравнивать, массив и три элемента. Короче, задача начинает ветвиться, и в итоге она нас вынуждает там, довольно часто делать какие-то сортировки. Ну, а как нам известно, отсортировать весь массив стоит n log n, но если мы даже будем делать по-умному, будем делать какую-нибудь вставку в середину массива, то все равно за o от n мы будем эту вставку в среднем делать. Соответственно, у нас такая задача будет превращаться в n квадрат. Для того, чтобы справиться с этой задачей и решить ее, скажем, за n log n, мы можем использовать такую структуру данных, как куча. Что это такое? Вот
у нас имеется куча, это, скажем, такая структура данных, определенная над некоторым массивом. Вообще говоря, она может быть определена не только над массивом, но для нашего удобства она определена будет над массивом. У нее элементы будут нумероваться, скажем, с единицы. Ну, можно с нуля нумеровать, только некоторые наши формулы поменяет, а в целом все останется то же самое. Вот, мы перенумеровали элементы. И, значит, у каждого элемента имеется ровно два потомка. То есть куча является двоичным деревом. У вершины есть два потомка, у каждого из ее потомков есть тоже два потомка. Ну, может, конечно, быть не два, а меньше, но это только если эти вершины уже где-то близки к концу. А так, в общем случае их два. И определяются они по следующей формуле, что если у нас вершина имеет номер i, то ее потомки это 2i и 2i плюс 1. Вот, то есть мы уже определили, каким образом на массиве задано у нас отношение предок-потомок. Ну, заметим также, что для того, чтобы найти предка некоторой вершины i, достаточно просто вычислить i пополам. Так, что-то у нас отвалилась трансляция. Трансляция отпала. Ну ладно. Надеюсь, что кто-то нас все-таки слушает. Даже более того, надеюсь, что нас все слушают. Вот. То есть мы уже умеем для вершины находить потомков и умеем находить предков. Отлично. Что нам еще надо? Нам еще надо понять, по какому именно принципу это дерево организовано. А организовано оно по следующей формуле. Сейчас мы... немножко уберем. Так. Ну, в принципе, можно все, наверное, убрать. Если что, отмотаете формулы, посмотрите. Угу. Так, теперь следующая формула. Вот у нас есть вершина аид. Не вершина, в данном случае, а элемент с номером аиды. Вот, он должен быть больше либо равен, чем а2иды. И он также больше либо равен, чем а2и. Плюс первый. То есть, получается, что это у нас такой... Так. Так, хорошо. Я, наверное, а как тут эту трансляцию остановить? Как бы ее остановить, чтобы она вообще прекратила свое вещание? Ладно. Ну, блин, зачем она вещает? Я, может, хочу ее перестать тут смотреть. Вот так вообще сделать. Ладно. Через какое-то время открою, посмотрю, как бы улучшу, посмотрю ваши отзывы по данному вопросу. Вот, значит,
Ну, к сожалению, так. Я надеялся, что будет лучше. Как-то вчера днем вроде на тестовой трансляции нормально все было. Сейчас что-то не очень. Ну, в принципе, не знаю. Если все совсем плохо, могу пойти куда-нибудь в кафешку. Там интернет, может, получше будет. Так что... Так, сейчас, секунду. Вот, может, все-таки как-то остановить его можно, эту трансляцию. Вот так вот просто. Раз, и все, остановил, да? Так. Извините. Просто действительно задолбала меня эта трансляция, которая работать не хочет. С интернетом тут проблема в центре города. Дом, в котором живут люди серьезные, а интернета в нем нифига нету. Просто бесит эта ситуация. Так что прошу прощения. Так, хорошо, ладно. Сейчас я тогда попробую все-таки куда-нибудь пойти.